У 11 раз у Могильове прошел областный конкурс профессийного майстерства сярод педагогов додатковой эдукации. Сёлета конкурс особливый, у им спрашались только педагоги областного центра дитячей творчести. На сцене выхаванцы школы развития. Яны разом с батьками пришли подтримать своего педагога на презентативном шоу. Мы ходим уже второй год, нам очень нравится, ребенку тоже. Ну, болеем за педагога, потому что поддерживаем, она нас многому учит. Я первый раз участвую в таком конкурсе, но мне очень приятно, потому что в этом конкурсе я могу показать все самое лучшее, что я накопила за долгие годы своей работы. Специально детей к этому конкурсу мы не готовили. Дети у нас умные, развитые, поэтому они все схватывают на лету, и нам больших трудов это не составило. 11 год тому конкурс профессийного майстерства сярод педагогов додатковой адукации распочинался як лепший кіраўнік гуртка. У ім удзельнічалі усе установы Магілёўскай области, акрамя областного центра дитячей творчести. Маўляў, установы інструктивно-методичные и не могут спаборнічаць с теми, с кем делятся своим опытом. Тому сёлета упершыню вырашили организовать областный конкурс для кіраўнікоў гуртков менавіта центра. У нас 15 отделов, при которых работают объединения по интересам. Занимается более 8 тысяч учащихся. И, в общем-то, по охвату учащихся, по спектру видов деятельности мы спокойно можем конкурировать практически со всей оставшейся, скажем так, суммой учреждений всей области. Этот конкурс, можно сказать, является квинтэссенцией всей работы педагога доп. Образования. Это срез, когда мы видим то, чего достиг педагог, то, чего он может достигнуть. Это взаимодействие со своими коллегами, это возможность поделиться опытом, это возможность почерпнуть что-то новое. И поэтому, я думаю, о значимости этого конкурса можно даже в значимости не сомневаться. У наступном годе конкурс снова будет ладиться сярод районных установ додатковой адукации. Ну а сёлета лепшие по профессии признана Светлана Букачева, керавник школы развития преступки. Премия за перемогу 50 базовых величин. Татьяна Сергеевича, Николай Соболев, «Новини региона».